Привет, дорогой друг! Сегодня я хотел показать часики. Вот, часики это, конечно же, Rolex, типа Rolex, китайский, подделка, короче. Вот, цена этих часиков копеечная, там $10 они стоят. Но качество у них, в принципе, очень хорошее. Вот, почему я взял именно эту подделку? Ну, скажу так, мне понравился их внешний вид. Вот, и если честно, конечно, я бы вот эти вот значки, блин, Rolex, просто поубирал, потому что они там, короче, лишние и смотрятся как-то по-цыгански. Вот, ну и, соответственно, как бы подделка, ну, уже неприятно. Но, тем не менее, внешний вид у них очень хороший. И золотой цвет, и все здесь так переливается, все так красиво. Хронометр даже есть, и здесь еще есть стрелочки, которые намазаны с фосфором, они вечером светятся. Вот, часы очень хорошо идут, и последний раз я их заводил неделю назад, вот, и до сих пор они тикают, интересно, потому что у меня были другие часы, гораздо дороже, и, как ни странно, я их заводил раз в несколько дней, вот, хотя, по идее, те тоже должны были идти гораздо дольше, вот, тем более, что они были с автозаводом. Если здесь автозавод, я не знаю, в принципе, возможно. Потому что автозавод это не такое уж и дорогое удовольствие, в принципе. Вот, и можно его поставить даже на недорогие часы. Здесь такой вот ремешок у нас имеется, тоже с надписями Rolex. Ремешок, конечно, дермантиновый. Тут у нас значок тоже есть на бляшечке. Вот. Ремешок паршивенький, конечно, со временем он портится. Поэтому придется, наверное, если хотите хороший ремешок, то покупайте нормальный ремешок кожаный. Вот. Ну и, соответственно, какой-нибудь цвет еще выбрать можно. Ну, к золотым часам, как по мне, лично черный ремешок не идет. Вот. И можно было бы сюда взять какой-то темно-вишневый или коричневый. Сейчас мы поближе посмотрим эти часики. Вот у нас вот такой вот. И так они вот переливаются. Здесь у меня просто освещение, извините, не очень. Поэтому они выглядят такими желтоватыми. Вообще они как-то такие, ну, золотой цвет. Они так ярко светятся. И очень хорошо смотрится на руке. Я даже могу сейчас одеть и покажу. Так, хронометр. Тут у нас что-то с числом перепутано. Мы переведем немножко назад. Так. Назад переводить я не хочет. Черт. Ну ладно, мы вперед перемотаем. Потому что у нас сегодня вообще-то 15-е, вот, а он нам тут 16-е выдает. Вот, так, и время я сбил. И сколько у нас время? 12:07. Ну и время, конечно же, мы сейчас поправим. Вот так вот. Тикают они хорошо, без каких-либо там сбоев. И даже слышно, как они тикают вечером, лежу на кровати, часы на часы. Часы у меня на столе лежат, и я слышу их тиканье. Тиканье такое довольно приятное. Обычно я не люблю, когда там часы тикают, но здесь оно приятное. С таким хорошим звуком, вот, не раздражающим. Вот такие вот у нас часики. Все в золоте, кроме задней крышки. Крышка у нас обычного стального цвета. В общем, в принципе, что здесь показывать больше? Показывать здесь нечего. Уже все посмотрели, все увидели. Вот такие вот у нас часы. И сейчас я примерю их на руку, чтобы вы посмотрели, как они на руке будут смотреться. Сейчас мы их оденем. Так, не так. Вот так вот.
эти часики. Смотрятся они на руке очень хорошо. Мне, в принципе, нравится. Вот. Я планирую себе в будущем купить другие часы. Не Rolex, конечно, но другие оригинальные, красивые, нормальные часики. Так вот у нас смотрится на руке этот вот китайский типа Rolex. Вот. Сейчас мы подальше так еще руку поставим. Смотрятся они классно. Очень хорошо переливаются. Смотрится так. Красиво смотрится. Так что, конечно, было бы круто все-таки, чтобы там не было названия. А если бы их еще можно было стереть, то я бы их отнес в мастерскую и затер нафиг вот этот Rolex, короче. Хотя бы спереди. Потому что реально как-то напрягает он. Это название. Но сами часы классные. Так что вот такие вот часы. Это был обзор китайского Rolex B56. Не знаю, что это за маркировка. Это, наверное, часов маркировка B56. Или это что-то еще означает. Ну, в общем, такая цифра там имеется. Всего спасибо тебе, пока.